Всем привет! Сегодня будем учить прыжок через переднее колесо, то есть морду. И по просьбам смотрящих мой канал подсказать, как делать пробивку вперед, типа. Ну и стоять на заднем. Вообще, если честно, рассказать об этом я не знаю что. Постараюсь показать подводящие упражнения, как учился я, как подсказывал другим ребятам. И надеюсь, вам это поможет, потому что объяснить я что-то мозгов у меня не хватает. Там вроде ничего особо сложного, чисто интуитивно должно получаться. Так что погнали. С помощью маятника встаем на переднее, ну или качели, кто как называет. Встаем на заднее колесо. И стараемся прыгать назад. То есть прыжок, я даже вот не знаю, как его объяснить. Мы присаживаемся ногами, больше икрами, то есть носки на себя. Выпрямляем колени немножко, ну то есть выпрямляемся вверх, растем. Икрами работаем. Руками подтягиваем, ноги сгибаем. То есть вот такое движение. Ну, я не знаю, это вроде, ну, можно самому научиться беспроблемно, как бы. Просто надо пробовать и пробовать. Первая ошибка, чтобы научиться долго, как бы, прыгать хотя бы назад, да, то есть без пробивки, без отжимания пальца, без прыжков вперед, это не нужно заводить переднюю ногу высоко. Я завел ногу высоко, из-за этого прыгать неудобно. Ну, то есть левой ногой вы вроде тянете, да, но вы когда прыгаете, у вас же ноги параллельно. Здесь примерно та же схема. И здесь у вас нога одна выше, и то есть получается, одна должна быть согнутая, другая прямая, вы должны как-то прыгать. Вы левой подтягиваете, а правая давит вас вниз. Поэтому не получается комфортно и долго прыгать. Первое. Второе. Выпрямленные руки. Все, ну, у кого я видел, кто пытался учиться прыгать на заднем колесе, они встают на заднее колесо, и у них всегда вот так вот руки. То есть они таз впереди, ближе к рулю, и вот такие движения. Это не есть хорошо, но я покажу, как быстро от этого уйти. Будет, может, подольше времени вы будете учиться прыгать назад или вперед, но зато будете прыгать правильно, не надо будет потом переучиваться, например, как мне. Хотя у нас, почему я так прыгал, может быть, у нас были другие велосипеды, и по-другому было никак. Я плюс был хилый, малой, может, из-за этого еще. Далее, стараемся вставать на заднее колесо, прокручивая немножко ногу. Мы прокрутили ногу, наши ноги в комфортном нам положении для прыжков. Но руки у нас все равно прямые. Тем самым вы попробовали вставать нормально, да? То есть, ну, на мой взгляд, опять же, нормально. То есть мы прокручиваем вперед ногу, руки там, неважно как. Как только мы это научились, то есть делаем, к примеру, там, не знаю, 50 раз делаем. Желательно снимайте себя на видео, чтобы понимать свои ошибки тоже. Что я постараюсь, конечно, показать, что там в замедленном действии, не в замедленном действии, но надеюсь, объяснения моих объяснений вам хватит. Дальше мы встаем, прокручиваем педаль и сразу же сгибаем руки. То есть встаем в положение, когда наша спина не прогнута. То есть мышечный каркас пресса брюшного и мышц спины, поясницы напряжены, ручки согнуты немножко, ноги тоже согнуты немножко, тело чуть-чуть наклонено вперед. Все. Начинаем прыгать. Но опять же, смотря какой у вас велосипед, если посмотреть там стрит-триал, который пацаны катают там за границей, да неважно у нас, у них в основном у всех руки почти прямые, то есть в зависимости от посадки. Выносы 150 на 30, рули хайрайзеры или райзеры назад, которые наклонены, они тоже, ну, сильно ты руль к себе не пододвинешь, если у тебя вынос там уже там 140 там, на 20 или 140 там еще ниже там на 15, на 18, и руль там вперед выгнут, то да, там вам будет попроще. Это следующий вариант. Стараемся прыгать так. Сейчас начинаем прыгать вперед. Тут тоже ничего особо сложного нет, тупо координация, то есть вы сделали, оттащили те движения, которые вы до этого делали, теперь стараемся добавлять. Следующий навык, который вам понадобится, чтобы прыгать на заднем колесе, вы должны, ну, в идеале бы уметь вилли. То есть ехать на заднем колесе, проворачивая, прокручивая педали. Если вы это умеете, значит, у вас есть в голове понимание того, когда вас перекинет на спину, и вы успеете скинуть ноги, либо хлопнете. Либо, когда вас тянет вперед, когда надо давить педалью. Мы встаем на заднее, прыгаем немножко, так как мы уже вроде бы должны научиться. Начинаем падать вперед, отжимаем тормоз. В это время сразу же даем на педали. Не должно быть, вы отпустили тормоз, поехало колесо назад, потом вперед. Такого не должно быть. То есть, грубо говоря, вы за долю секунды до того, как отжали тормоз, уже нажали на педаль. Вот. Мы падаем вперед, отжимаем тормоз, нажимаем на педаль. Не сильно, не надо бить туда, чтобы, ну, улететь на гэп или скорее на спину.
Мы давим на педаль аккуратненько, начинаем ехать вперед, зажимаем тормоз сразу же, никого не ждем. Лучше всего, что пробивку учить вперед прыжки, что прокаты в горку. То есть меньшая вероятность, что вы хлопнете, ну, вот туда. То есть вы, ну, в горку можно просто встать на заднее колесо, да, прыгая, поймать немножко баланс, отпустить задний тормоз и, грубо говоря, модуляцией педали, ну или как это правильно называется, модуляция тормоза, я знаю, есть, вот, педалью регулировать ваше положение и просто стоять на месте. Тут то же самое, то есть, ну, лучше в небольшую горку, не надо вот такой стояк брать, чтобы туда не въехать было на краях даже. Встаем на заднее колесо и чуть-чуть добавляем ногой. Отпустили тормоз, добавили ногой, зажали тормоз. Делаем прокаты. Далее. Научились мы прокаты. Вы просто пробуйте. То есть нет такого, что мы делаем прокаты. Вот вам, вот я показал, как делаются прокаты. Все, вы умеете прокаты, поехали дальше. Нет, такого нету. Мы пробуем. Я просто говорю краткий обзор. Ну, не краткий обзор, а краткий, грубо говоря, урок. Краткое объяснение. Потому что длинно сделать... Смысла нету, и вроде все ошибки, которые я вот увидел, видел и увидел вообще за все время занятий велотриалом, я вам вот пытаюсь рассказать, ничего тут такого сверхъестественного нет. То есть, грубо говоря, это задротская тема, любой прыжок в триале это задротская тема, то есть вы должны его сделать там миллион раз, и тогда у вас, ну, будет он получаться, кое-как, но будет получаться, если вы будете делать... Желательно, чтобы вы делали его перед этим обдумывая. То есть любой прием, там, неважно, в единоборствах, в велосипеде, там, в шахматах, где угодно, фишки, когда вы играете, когда малые были, вы должны обдумать, как вам идеально это провернуть. Ну, неважно, что это. То есть в данном случае мы рассматриваем элементы велотриала. Вы должны подумать в голове, как сделать правильно, то есть вы смотрите видео. Я смотрел видео и просто понимал, то есть мне никто не объяснял, я просто видел, вот как оно работает, то есть что он делает для того, чтобы у него получилось. Я там ставил на замедленное, неважно, любой прыжок, я ставил просто на замедленное и смотрел. Ложился спать, прокручивал в голове, как сделать, вот, и вроде, знаете, придумал, как его сделать, то есть мое тело знает, как это сделать, я себя уговорил на это. Вставал с утра, шел тренироваться, и у меня сразу получалось, буквально там с 5-3 раза, тач-хоп тот же, сайд-хоп, вот это все научился я, вот, ну, просто в голове сидел, точнее, лежал перед сном и думал об этом. И у меня стало получаться, то есть это важно, вы должны обдумывать свои действия, когда вы учитесь, когда вы уже умеете, можете не думать. Но если вы смотрите свое видео, и вам не нравится, как вы выполняете элемент, вы должны посмотреть того человека, у которого... Выполнение этого элемента вам импонирует. Просмотреть его разницу между собой, то есть вы, грубо говоря, складываете на полэкрана его видео, на полэкрана ваше, и проходите этот, ну вот, по пунктам, что не так. То есть вы ищете разницу, это типа найдите 15 отличий, или 3 отличия, неважно. И вы начинаете пробовать, то есть вы начинаете думать об этом, в голове репетировать этот элемент, и потом делать, потому что когда вы делаете и думаете, у вас нихера не получится. Вам нужно сначала подумать, а потом уже нехрен думать. В велотриале не надо думать. То есть тебе надо думать заранее. Вот ты смотришь, забор огромный такой, вот с него бы носом можно нырнуть. Но не хотелось бы, да? И ты думаешь, как, если что, свинтить оттуда, ну то есть сдать заднюю. Ваша любимая передача задняя. Едешь ты по забору такой, ага, вот здесь вот там извилистая такая штука, ну кривой забор, там надо заднее переставить. Ты заднее переставляешь, переднее в итоге соскальзывает, ага, а у меня план Б есть. Руками в забор спрыгнул, фу, слава богу, живой. Там, не знаю, гэп на морду. Как вот уйти с гэпа на морду? Вначале я несколько раз там, вот, тот же. Окей, у нас следующий урок, этот урок я хотел сделать, короче. Я хотел сделать чуть-чуть пробивки и дальше морду, но так как я понимаю, что морды будет много, и я вот сейчас вам пробивку объясняю уже там больше 6 минут, нет смысла делать 20-минутный ролик, это, ну, гречка лютая. Я сделаю попырику сегодня, ну вот сейчас я делаю, это у нас чего, 2:28 дня, пятницу. Сегодня я делаю пробивку и выкладываю ее,
сегодня же я делаю морду, ну, по крайней мере, запишу разговоры, а сведу, может быть, чуть попозже. Но, скорее всего, сведу тоже сегодня. Но выложу там в субботу-воскресенье. Урок философии закончен. Дальше. Продолжаем изучать пробивку, но уже прыжки вперед, не прокаты. Прокаты мы немножко там умеем. Прыгать на заднем мы должны уже более-менее уметь. То есть, грубо говоря, если вы будете соблюдать вот эти все правила, вам недели хватит, чтобы прыгать на заднем колесе в легкую. Мы встаем на заднее колесо, руки согнуты. Исходное положение у нас какое? Руки согнуты немножко, ноги согнуты, корпус чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Мы прыгаем на заднем колесе, начинаем чуть-чуть падать вперед, подпрыгиваем. Выпрямляем немного руки, ну почти прямые, не до конца, вот так не обязательно выпрямлять. Выпрямляем руки вперед, отводим таз назад, то есть немножко наклоняясь вперед сами. Заводим правую ногу на себя, назад. Даем по правой педали, предварительно отпустив тормоз. Вот только как мы присели, мы давим на педали, сразу же отпускаем тормоз и начинаем расти. То есть руки рулем, вы пытаетесь, грубо говоря, ударить себя в пах. Если вы, ну, далеко прыгаете или там в холостую бьете ногой. Ударяем руль, приближаем к бедрам, выпрыгиваем вперед, зажимаем тормоз. И сразу же при приземлении в исходное положение для прыжка, именно не для стойки на заднем колесе, а для прыжка. То есть получается, что мы стоим на заднем, присели, отжали тормоз, ударили по педали, выпрыгнули, нажали тормоз, только заднее коснулось, оп, опять в то же положение для прыжка. Это вам даст просто количество прыжков. Начинаем, конечно же, с одного прыжка, ну а там будете дальше по нарастающей, то есть тренироваться, тренироваться и тренироваться, и все будет получаться. Надеюсь, это видео было полезно, объяснил как смог, хотел уместить в 2 минуты, но не получилось. Вот. Всем добра, удачных тренировок, ставьте лайки, там, комментируйте, подписывайтесь. Всем удачи!